Владимир Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот я сегодня перед интервью вбил вашу фамилию в Яндекс Новости, и первое, что мне выдал этот поисковой сервис, он показал, что вас хотят предложить отлучить от федерального эфира за ваше высказывание о православии. Я специально зашел в эту статью, это, правда, мнение одного из журналистов, одного из порталов, но, тем не менее, я вижу, что резонанс ваше высказывание о православии вызвало достаточно большое. Ожидали этого, кстати, когда выступали на эту тему? Знаете, я об этом, правда, не задумался. Может быть, даже если бы задумался, не стал бы участвовать в этой программе. Я вообще не очень охотно, но ведущий, он же, так сказать, как бы, я не знаю, там, хозяин этой программы, был очень-очень настойчив, и я, так сказать, все-таки согласился. Нет, не думал, что будет такой отклик, и тем более не думал, что в результате всего этого Русская Православная Церковь выступит в мою защиту. Это было совсем уже для меня неожиданно, но очень приятно все-таки, что поскольку среди этих откликов были и такие сильно угрожающие, то все-таки, значит, сказали, что, мол, это неправильно, это не по-христиански, и надо по-другому относиться к критике. Ну вот. Если говорить о религии, о православии, об оскорблении чувств верующих, потому что ну, несколько лет назад об этом активно заговорили, о том, что можно оскорбить чувства верующих, насколько сегодня вообще религиозные конфессии, на ваш взгляд, и их представители открыты к диалогу? Как вы считаете? Знаете, мне трудно судить. Я понимаю так, что церковь вообще не очень открыта к диалогу. Я говорю сейчас о христианской церкви. Говорить о исламе я не могу, я недостаточно в этом разбираюсь. Вот. Но если говорить о христианстве, то, ну, это, пожалуй, что мне трудно вам ответить. Я просто, ну, не знаю, иногда мне кажется, что как раз с приходом нового папы, Римская католическая церковь, то делается более открытой, то наоборот более закрытой. Вот сейчас, на мой взгляд, довольно открытой, именно из-за папы. Вот. А кто ему придет на смену, не знаю. Но вообще назвать церковь такой открытой и готовой, в принципе, к диалогу организаций, мне было бы сложно. Можно ли сегодня говорить о том, что время диалога, оно уходит? Потому что если мы говорим о политкорректности, например, о некоторых темах, о которых раньше, казалось бы, можно было говорить, и в том числе в острой такой полемике участвовать, то сегодня сто раз подумаешь о том, например, поднимать тот или иной вопрос, связанный с ориентацией, например, с выбором ориентации или с религии и так далее и тому подобное. То есть многие вопросы, они, как кажется, становятся табуированы. Вот чувствуете это? Вы знаете, я лично нет, потому что я категорически, ну, как сказать вам, не готов это учитывать. Но вообще я понимаю, о чем вы говорите. Это действительно так. Сегодня высказывать мнение, которое не совпадает с, я не знаю, не очень люблю это слово, но я его употреблю, с существующим трендом, особенно с появлением интернета и соцсетей, становится делом, ну, скажем так, небезопасным. Количество хейтеров, количество то, что может на тебя навалиться, если ты не крепок, то это может действовать даже на твою психику. Я повторяю, что я вообще совершенно на это не обращаю никакого внимания и высказываю свое мнение, а когда меня спрашивают об этом, я не занимаюсь тем, что хожу, размахиваю, чтобы все обращали на это внимание. Но понимаю ваш вопрос очень даже хорошо.
Но с приходом интернета и с приходом различных площадок в интернете, от Ютуба до Клубхауса, сейчас такого модного, вот свободы слова, если можно, конечно, так выразиться, стало больше или это все иллюзия? Потому что мы прекрасно понимаем, работая и в интернете в том числе, что тебя могут заблокировать и достаточно быстро могут заблокировать, и ты уже начинаешь думать, а стоит ли этот вопрос задавать, а стоит ли эту тему поднимать, и включается вот то, что часто называют самоцензурой. Вот на ваш взгляд, насколько сегодня мы свободны в интернете, казалось бы, в этой децентрализованной изначально так эта система задумывалась? Может быть, то, что я скажу, парадоксально, но я считаю, что с интернетом у нас меньше свободы слова, чем было до интернета. Именно потому, что появился инструмент подавления. Он может быть использован именно так. И люди на это обращают внимание. Поэтому, с одной стороны, я всегда говорил, что интернет – это здорово, потому что любой человек может высказаться. Но, с другой стороны, вот он, любой человек высказался, и такое на него навалилось, что он больше высказываться, скорее всего, не будет. Вот такое у меня ощущение. Но это потому, что связь между аудиторией и ведущим, она стала более тесной, потому что мы сразу видим реакцию. А, допустим, на телевидении все-таки должны были там, ну, разные тоже были интерактивные элементы, там либо звонки, либо письма приходили, и не сразу это ощущение. Вот это субъективное ощущение, вот как вы считаете, от того, что мы сразу видим реакцию на то или иное интервью, на тот или иной эфир? Да, конечно, субъективно, это безусловно. Но в конце концов, слушайте, когда мы говорим о телевидении, то все-таки для ведущего самое главное – это наличие зрителей, это аудитория, это, в конце концов, рейтинг. Если его нет, если никто его не смотрит, или очень мало кто смотрит, собственно говоря, на этом и заканчивается его работа. Это несколько другое. Тем более… Нет, ну, пожалуй, я бы так сказал, да. Тем более это так. Но, конечно, вот я, например, ваш покорный слуга, я вообще не смотрю соцсети. Я вообще не смотрю, что люди пишут обо мне. Если спросить, почему, я вам отвечу, да потому что мне неинтересно, это звучит высокомерно. Но это не так. Конечно, мне не безразлично. Но вот у меня есть некая аудитория, она немалая. И вот хорошо. А там этот высказал, этот то высказал, то, ну, на здоровье, высказывайтесь. Но почему я должен это читать, я не понимаю. Потому что это же не то, что, как вам сказать, такой толковый разбор какой-то моей программы. Причем разбор профессиональный, обоснованный, это же другое совсем. Это из области нравится, не нравится. Познер молодец или Познер не молодец. Ну, это меня не интересует, но я знаю, что многих людей это очень даже интересует и, более того, действует на них. Может действовать подавляюще. Ну вот вы сказали о рейтингах, ведь как раз в интернете это тоже имеет большое значение. Мы можем вспомнить, кстати, фильм Алексея Навального про дворец, предполагаемый дворец Владимира Путина, 100 миллионов просмотров. Это серьезная цифра, сопоставимая и даже превышающая эфиры федеральных каналов. Как оцениваете эту работу? В чем дело? На самом деле ведь мы не знаем, эти 100 миллионов от начала до конца смотрели или они смотрели 5 минут? Все равно это считается смотрели. Подсчета нет, кто в начале и сначала до конца. Поэтому опять, это цифры очень лукавые такие. Там пару раз кликнул, а вот смотрел, значит. А что он не смотрел? Посмотрел там 30 секунд или там даже, ну, я не знаю, там 3 минуты. Скучно, неинтересно, не смотрел. Это немножко скандально. Вокруг этого много разговоров. А насколько на самом деле люди смотрели... Это большой вопрос. Я не спорю, что для блогеров, например, количество вот этих вот самых просмотров весьма им важно, потому что они зарабатывают на этом. Они продают рекламу, то есть им предлагают рекламу, и, собственно, они живут за счет рекламы в чистом виде. И, кстати говоря, они должны это учитывать, в общем-то, в не меньшей степени, чем телевидение,
который учитывает рейтинг и получает за этот счет рекламу, которая стоит больше или меньше. Поэтому сказать, что, скажем, блогер совершенно независим в этом плане, не приходится. Это чуть другой вопрос, но тем не менее вопрос не безинтересный. Ну вот вы сказали о том, что непонятно, сколько могут смотреть, сколько минут, но ведь на телевидении то же самое, что когда проходят замеры рейтингов, там тоже есть удержание аудитории, и далеко не каждый зритель смотрит ее от начала до конца, соответственно, похожая история. Да, это правда, конечно, так и есть. Ну в чем, на ваш взгляд, разница между телевидением и Ютубом сегодня, учитывая, что многие журналисты, включая, например, Леонида Парфенова и Алексея Пивоварова, они активно теперь работают и на этой площадке. Вот все-таки есть разница с тем, что они делали на телевидении, и тем, что делают на этих современных платформах? Ну, вы назвали двух весьма профессиональных журналистов, которые ушли в Ютуб. Можно сказать, что Парфенова ушли. Он же был на телевидении. Его оттуда, собственно говоря, убрали с телевидения. И вот он перешел, слава Господи, в YouTube. Ну, причины перехода в YouTube других в данном случае я не знаю. А есть ли разница? Да, есть одна колоссальная разница. Для меня она очень важная. В YouTube вы можете говорить, что хотите. И в этом смысле это есть плюс, но это есть и такой минус. Никакой ответственности. Вообще. Никакой. Поэтому я и говорю, что люди, так сказать, блогеры, это люди, это не журналисты, с моей точки зрения. Потому что журналист обязан проверять факты, обязан учитывать определенные законы. Вообще журналистика вещь ответственная, в отличие от блогерства. Там нет никакой ответственности, с моей точки зрения. Но, тем не менее, как я уже сказал, журналисты туда уходят, я уже назвал две фамилии. Может ли YouTube стать площадкой, именно журналистской площадкой? И что должно произойти, чтобы вы, например, стали воспринимать эту платформу как журналистку, если там работают ну, конкретные журналисты, которых, допустим, вы знаете или хотите смотреть? Вы знаете, я не знаю ни одного журналиста, и тут, может быть, это просто я не знаю, это, ну, мое незнание, но ни одного телевизионного журналиста, который работает и на телевидении, и занимается блогерством. Я такого не знаю. И, по-моему, это уже даже ответ. При всем при том, понимаете, в чем дело? Если я смотрю телевизор, то, во-первых, это прямой эфир в обязательном порядке. То, так я, как я это понимаю. И это означает, что в определенный момент, в определенное время довольно большое количество людей одновременно смотрит вот эту программу, чего нельзя сказать о блогерах. Смотрел сегодня, посмотрел завтра, посмотрел послезавтра. Очень часто это запись, а не прямой эфир. Для меня телевидение, главное в телевидении, к сожалению, этого стало меньше гораздо. Это все-таки прямой эфир. Это присутствие зрителя в тот момент, когда это происходит. Уникально, потому что на радио это тоже может быть, но на радио все-таки это только звук. А телевидение дает тебе возможность быть там, где происходит то, что происходит. В этом, может быть, я повторяю, для меня это особое ценность телевидения, и блогеры этим не могут заниматься. Это происходит из там, квартиры, там, из дома, что очень мило, но это совсем другое дело. Блогер не может вам, например, давать программу информации. Ну, не может. Он может рассказывать, но он не может показывать. Или это будет записано заранее, и тогда это уже другое дело. Это будет редактор, это будет редакция, это будет определенное ставить в очередь так или сяк. Это будет немножко другое. Это не репортаж. Вот телеканал «Дождь» активно работает сейчас, в том числе и на платформе YouTube, и у них стримы были, в частности, посвященные возвращению Алексея Навального и протестным акциям, которые были в Москве, и в моменте их смотрело до 500 тысяч человек. То есть как раз это прямой эфир, который был на площадке YouTube. Кстати, не следили за работой «Дождя» в эти дни? Сейчас, простите, одну минуточку. Да.
Да, ну это, я считаю, исключение, и это очень хорошая штука. Хотя вот количество, которое вы назвали, не так уж и велико, прямо скажем. Но да, это дождь в этом смысле представляет собой, на мой взгляд, очень приятное исключение из, на телевизионном небосводе, так сказать. Вот Наталья Синдеева в одном из интервью, когда у нее спрашивали о том, что означает эти 170 миллионов просмотров, которые «Дождь» сделал в Ютубе в январе, она сказала: «Я не хочу об этом думать, потому что тогда мне станет страшно, и что с ними что-то может случиться». Вот на ваш взгляд, насколько сегодня власть следит за тем, что делают независимые оппозиционные средства массовой информации, и возможны ли санкции, и насколько обоснованы страхи Натальи Синдеевой, вот, о которых я сейчас сказал? Вы знаете, вы же не первый раз со мной разговариваете, я вам много раз говорил, что я не люблю заниматься прогнозами. Вот что может быть, не может быть. То, что власть следит, это совершенно понятно, что власть следит за средствами массовой информации. Есть специальные люди, которые следят, которые докладывают. Это совершенно очевидно. А что может быть или чего не может быть, это не по моей части. Это есть другие люди, которые очень любят строить вот это вот будущее. Они все знают, как это будет, но я к ним не отношусь. Ну вот Алексей Навальный, эта фигура, мы с вами как-то тоже однажды говорили, вы сказали, что хотели бы его пригласить, но не было возможности, потом вы говорили о том, что уже не было такого желания. Вот сегодня Алексей Навальный вам интересен как возможный потенциальный герой вашего интервью? Ну вы знаете, очень мягко сказал, что лишь не было возможности, не разрешают. Я это говорил неоднократно, что да, я хотел бы позвать Алексея Навального, потому что эта фигура видная, это ньюсмейкер, это политический деятель, и, на мой взгляд, зритель имеет право слышать то, что он говорит. И то, что, к сожалению, на федеральных каналах он не фигурировал никогда, и то, что я не мог его пригласить, я считаю, что это плохо. Это как раз из области ограничения свободы слова и свободы печати, о которых я неоднократно говорил. Хотел бы я сегодня с ним говорить? Да, хотел бы. Ну, он, так сказать, в тюрьме, так что я не имею этой возможности. Но даже если предположить, что вдруг он завтра выйдет, в чем я сильно сомневаюсь, но что мне скажут, а вот теперь, пожалуйста, можно? Я думаю, что нет. Но я бы хотел, потому что по-прежнему он остается заметной фигурой в политической жизни России. Вот на ваш взгляд, он становится исторической фигурой, потому что, опять же, если мы говорим об Алексее Навальном и видим разные реакции на эту фигуру, на его действия, то такая поляризация очень четко, как мне кажется, прослеживается. Одни его обожествляют, вторые его демонизируют. Вот на ваш взгляд, сегодня можно оценить вообще роль Алексея Навального объективно в российской политики, и можно ли говорить о том, что те события, свидетелями которых мы были, они уже, в общем-то, делают из него исторического персонажа, или рано еще говорить об этом? Как вы думаете? На мой взгляд, рано. Если говорить о людях, которые были в оппозиции в истории Советского Союза, то, например, Солженицын, да, стал исторической фигурой. Но еще это из-за того, что он писал. Ну, скажем, Сахаров – историческая фигура, хоть он и не писал. Но у этих людей не было политических устремлений. А у Навального есть, он хочет стать президентом России. Он не скрывает этого. На мой взгляд, рано еще дать окончательную характеристику ему. Для меня сегодня он еще не историческая фигура. Но он еще молодой человек, и это может все повернуться по-разному. Так что я говорю, что мне кажется, что только это как раз тот случай, когда время покажет. А как вы оцениваете его профессиональные навыки в ведении интервью? Потому что многие восхищались тем, как он говорил со своим предполагаемым отравителем. А вот этот пранк Навального, как его называли в интернете, многих привел в восторг.
Как вы Ну, его вот, оцениваете? я участвовал с ним в дебатах, то есть вот мы с ним друг против друга стояли, как раз это было на дожде, и вела нашу дискуссию, что ли, Ксения Собчак, и я ожидал от него гораздо большего. Он мне начисто проиграл, и не потому, что я такой замечательный, так сказать, умелец. Ну, и когда я говорю, что он проиграл, я имею в виду, что вначале был опрос зрителей, так сказать, кого они поддерживают. У меня было 3%, а у Навального было, соответственно, 97%. А когда закончились наши дебаты, у меня было 34%. То есть он очень много потерял. Я не считаю, что он такой, ну, очень хороший интервью. Вообще интервью – это не его дело. Какой он оратор, не могу сказать. Мне кажется, что когда я смотрел некоторые его фильмы, что он очень механический, в нем нет эмоций. Такой очень ровный, но почти как будто такая запись. Ну, это мне так кажется. Вот я не представляю его в дебатах, ну, как, скажем, бывает в Америке, знаете, вот там, когда несколько кандидатов, вот я его таким не представляю. С другой стороны, я никогда в таком качестве его не видел. Я просто говорю, что не представляю. Ну вот, если говорить о дебатах, ведь Владимир Путин принципиально не участвует в политических дебатах. Вам было бы интересно его увидеть в таком качестве? Да, очень. Очень было бы интересно. Но вообще у нас нет этой культуры вообще политических дебатов. Она, даже при Ельцине ее не было. Собирались, ведь я должен был вести такие дебаты, и пришли там кандидаты в президенты. Это было 2006 год. Что, нет, я вру, 96 год, простите. 1996 год. И пришли все, кроме Ельцина. Ну, а кроме Ельцина тогда уже и дебаты не имели никакого смысла. Вот, поэтому я даже не знаю, как бы у нас это прошло, умеет ли кто-то вести дебаты, это тоже не такое простое дело. Но было бы интересно, разумеется, разумеется. А почему, на ваш взгляд, в России не сложилась эта традиция дебатов? Почему первые лица их избегают так старательно? Да я думаю, такое просто... Вы знаете, слушайте, и в Америке не было, и в мире не было. Ведь первые дебаты были в 1960 году между Джоном Кеннеди и Никсоном. Это были вообще, ну, если не считать дебатов, которые были в 19 веке между Дугласом и Линкольном, но это особое дело. А так никогда не было, тем более там телевизионных дебатов их не было. Они относительно новые, и во многих странах это вообще не принято. Например, в Великобритании их нету до сих пор. В разных странах очень по-разному. Есть традиции там или нет традиции, черт его знает. Мне кажется, что знаете, вот это может быть, вот когда был Никсон и Кеннеди, два человека, один против другого, это было интересно. А когда на сцене там 12 человек, и друг на друга они орут, это уже становится, это какое-то шоу. То есть это не по существу идет разговор, а идет шоу. А когда, например, были дебаты между Байденом и Трампом, это уже был шоу. И всем это было, на самом деле, противно в высшей степени. Ну, это вопрос традиции, на мой взгляд. Может быть, в России начнут это делать, может быть, и нет. Но это не является для меня каким-то признаком чего-либо. Ну, нет и нет. Ну, в этой стране это как-то вот не прижилось. Ну, как при Великобритании. Да и во Франции все-таки в большей степени были дебаты у Макрона, но тоже не такие, как в Америке.
Вот интересно, что если вспомнить дебаты Никсона и Кеннеди, многие историки, специалисты по медиа, как раз разбирая их на составные части, говорили о том, что Никсон проиграл телевизионные дебаты, потому что он хуже выглядел, но выиграл-то их в радиоэфире, потому что те, кто его слушал, его аргументация была более четкой. И как раз вот это такой интересный аспект, что можно выиграть или проиграть в зависимости от того, смотрят на тебя или слушают тебя. Это 100%. В этом смысле телевидение дает особые совершенно преимущества, если у человека, человек обаятельный, например, обаятельный, внешне приятный, глазки не бегают. Он, вообще-то говоря, Никсон выиграл начисто, он был более сведущий, более толково излагал, но дело в том, что он, конечно, внешне проигрывал напрочь Кеннеди, за которого проголосовала, так сказать, проголосовали все женщины Америки. Так что телевидение в этом смысле это такой, такой инструмент, которым, если умело воспользоваться, можно побеждать не по сути, но побеждать. Ну, если говорить о внешних факторах, потому что вот я слышал такую точку зрения, что на постсоветском пространстве популярно приглашать в качестве новостных ведущих молодых и красивых, а на Западе как раз делают ставку на опыт, и важно, какой журналист сидит в эфире, это не обязательно должна быть там супермодель в таких классических пропорциях. А вот существует эта разница восприятия сегодня, как вы считаете, у зрителей? Ну, считаю, что у нас вообще, судя по тому, что я вижу на телевидении, очень молодые люди занимаются вопросами вне их компетенции. Все-таки, скажем, на Западе ведущий новостей, особенно вечерних новостей, это уже человек определенного возраста, имеющий некий вес уже. Понятно, что он опытный, понятно, что он знает, о чем он говорит. И вообще, совсем молодых на экран не пускают, или пускают там, ну, по каким-то особым случаям, именно исходя из того, что доверие зависит от восприятия этого человека, его если он воспринимается как, условно говоря, молокосос, то, конечно, ему никто доверять не будет. У нас очень много обращает внимание на внешность, причем, но обращает не так, скажем, очень многие женщины глубоких декольте, это совсем там не принято, если только это не специальная такая программа. Здесь есть определенные разницы. Мне кажется, что у нас будет это меняться в сторону как раз такого понимания, что человек, конечно, внешне, ну, он не может быть неприятным, он должен быть обаятельным, но не обязательно красавец или красавица. И, конечно, человек, о котором можно сказать, что да, этот человек понимает, о чем он говорит. Вы знаете, что в Ютубе есть программа, которая называется «Еще не поздно»? Да, слышал. Как вы, кстати, относитесь к тому, когда ваше имя используется именно вот в таком ключе? Спокойно. Ну, не следили за этой программой? Даже хорошо отношусь, в конце концов, это, если угодно, в какой-то степени признание моих заслуг. Ну, там программа как раз, она достаточно глубокая, там говорят об искусстве, о культуре. Следите за ведущим Николаем Солодниковым и за его работой? Или... Нет, вы знаете, я вообще YouTube не смотрю. Или практически не смотрю. А иногда я по YouTube смотрю какие-то старые фильмы или старые концерты, которые вот я вспоминаю или хотел бы, или не знал, но хотел бы посмотреть какие-нибудь спортивные события, которые, вот, слава богу, сохранились. А вот такие регулярные программы в YouTube я не смотрю. И не, это не вопрос, просто некогда. Слушайте, надо выбирать. Я, например, читаю очень много. Но я не могу. Или я читаю, скажем, или я смотрю YouTube. Но и то, и другое, ну, времени не хватает. Поэтому я, ну, просто делаю такой выбор. А за Юрием Дудем, кстати, не следите, учитывая, что вы были гостем одной из первых его программ, и вот прошло уже несколько лет. Это я был, потому что попросил меня об этом Парфенов, с которым у меня очень такие товарищеские отношения. Вот. Но вообще нет, я посмотрел одну программу, один фильм Дудя, потому что меня эта тема очень сильно интересует. Это
по поводу ВИЧ-СПИДа. И я его поздравил с этим фильмом, считаю, что он сделал очень хорошую работу. «Колыму» я стал смотреть, потом перестал, потому что, ну, в общем, я гораздо больше знаю, чем он показал. Вот. А так его интервью, я смотрел пару, ну, слушай, там столько мата, и все, думаешь, зачем это? Это, в общем, это не для меня, это может быть для специфической аудитории, ну и на здоровье. Ну, кстати, Сергей Шнуров вот вспомнил в контексте употребления мата, ведь стал генеральным продюсером RTVI, ушел на телевидение, занимается теперь телеменеджером. Не следите за его творчеством, вообще за телеканалом RTVI, который, кстати, вещает большей частью на зарубежную русскоязычную аудиторию? Нет, я не, у меня даже на моем канале, на моем телевизоре нету RTVI. Просто его нету, поэтому я не могу за ним следить. И честно, и признаться, он мне не очень интересен. И вообще телевидение я смотрю мало, я вам должен сказать. Я смотрю, в основном меня интересуют новости. Я там посматриваю CNN, но то, к чему я имею доступ, BBC, Bloomberg, иногда CNBC, иногда Франция 24. Но не могу сказать, что я прям привязан к телевизору. Я, пожалуй, больше читаю, чем смотрю. А что сейчас читаете, если не секрет? Ну, регулярно я читаю New York Times, Economist, Mond. Ну, вот эти вот три. Регулярно. А книги? Книги насколько важны в вашей жизни сегодня? Ну, книги я, да, я много читаю книг, это правда. Вот последняя книга, которую я сейчас читаю, довольно любопытная. Вот, называется «Холодная война» Хрущева. Причем это написал там такой Александр Фурсенко и Тимоти Нафтали. Это, ну, совместной работы. Довольно интересная книга. Тут много таких подробностей, о которых я не знал. Ну, вот это вот последнее, что я читаю. Но я читаю много, слушайте. Я даже, наверное, чересчур. Ну вот «Холодная война», на ваш взгляд, насколько уместны параллели с тем, что происходит сейчас? То, что происходит сейчас, называют гибридной войной часто, но тем не менее, можно ли найти параллели в «Холодной войне», вот такой классической, ну, советской, знаете, американской? «Холодная война» была все-таки войной идеологической. Все-таки это было две системы, которые разделили мир пополам, ну и почти пополам, потому что были так называемые третьи страны. А сегодня все-таки это не вокруг идеологии, там совсем другие вещи. Это вопрос того, так сказать, кто главный. Вот, и, но это не менее опасно. Я бы даже сказал, может быть, более опасно, потому что тогда было два лагеря, а теперь нету лагерей, теперь есть смешение такое. И поэтому очень опасно, и уровень недоверия чрезвычайно велик, и это приводит к тому, что могут быть всякие катастрофы в результате этого недоверия. Называть это так, гибридный, не гибридный, там это все словеса. Это война, но без оружия пока что. Без оружия. Но она, ее основа не идеология, а другая. На мой взгляд, насколько вообще эффективны в эпоху интернета запреты телеканалов? Потому что Латвия в последнее время запретила 16 российских телеканалов. Недавно был запрещен въезд на территорию страны Владимиру Соловьеву, известному российскому телеведущему. И многие сейчас, опять же, здесь в Латвии проводят параллели с тем, как глушили вражеские голоса, что нельзя было слышать голос Америки или BBC. И, соответственно, вот сейчас лишают возможности слышать российские каналы. Ну, во-первых, согласны ли вы с тем, что это похожая история, когда глушат каналы? Можно ли здесь делать такие исторические параллели? И, во-вторых, насколько это вообще эффективно и оправданно? Ну, конечно, параллели можно привести. И вообще, я считаю, что глушение, ну, в широком смысле этого слова, говорит о страхе. Говорит о том, что мы не знаем, что ответить на это. У нас нет ответа, потому что, в конце концов, если вспомнить так называемые вражеские голоса в Советском Союзе, то есть это BBC на русском языке, это «Голос Америки» на русском языке, это Deutsche Welle на русском языке, ну и некоторые более мелкие, да,
то ведь чего боялись? Ведь боялись той информации о себе же, которая исходила от этих радиостанций. И это была правдивая информация, как правило. И что с этим делать, было непонятно. Нечем крыть. А вот как крыть? А вот заглушить, чтобы никто не слышал. Это очень плохой признак на самом деле. Потому что, послушайте, как только Горбачев ввел гласность, и все стало возможным печатать, говорить и так далее, и показывать в Советском Союзе, все перестали слушать эти голоса. Уже никому не интересно. Если у тебя есть информация, ну, есть информация о другой стране, но голоса занимались не этим. А если у тебя есть информация по поводу своей собственной страны, у тебя же дома, что ты будешь слушать других? Так что это, конечно, это очень плохой признак. Как, скажем, в Украине, вот, запретили, там, закрыли 3 канала. Да, они пророссийские. Ну и что? Чего вы боитесь-то? Если они неправду говорят, если они такие, да вы их легко можете просто разоблачить. А закрыть – это уже плохой признак, опять-таки. Это говорит о том, что они чего-то такое говорят, чего вы боитесь на самом деле. И у вас нечем крыть. Так что вот так. Ну а сегодня, если говорить о писателях, о поэтах, о людях искусства, они несут какую-то особую миссию? Можно вспомнить знаменитые слова Евтушенко о том, что поэт в России больше, чем поэт. Вот насколько сегодня слышны эти мнения? Это я уже в контексте манифеста Богомолова тоже этот вопрос формулирую. Но тем не менее, вот насколько сегодня важно слышать интеллигенцию, скажем так, творческую интеллигенцию? Мне трудно вам сказать. Просто если говорить о том, что говорил Евтушенко, то надо вспомнить, что это была закрытая страна, где была полнейшая цензура, появление любого печатного материала подвергалось цензуре. А такие, ну, небольшая группа людей, ну, Вознесенский, Ахмадулина, Евтушенко, там, ну, Рождественский в какой-то степени, ну и вообще писатели в этом смысле выполняли особую роль. Но ведь как только все изменилось, они же продолжали существовать. И Вознесенский, Ахмадулин, а уже стадионы они не собирали. Уже в Политехническом музее не было вообще конной милиции, которая бы пыталась удержать гигантское количество людей, которые пришло послушать поэзию. Это же надо понимать, что происходило. Конечно, сегодня не такая ситуация. И нигде в мире не такая ситуация. А, конечно, интеллигенция всегда, на мой взгляд, по крайней мере, носит определенную, ну, особую, выполняет, скажем так, особую миссию. Но в зависимости от самого положения в стране, эта миссия может быть разной. Ну а сегодня есть кто-то или что-то, какое-то движение, которое можно считать неким ориентиром для общества? То есть если мы вспоминаем шестидесятников, их роли, вот некий маяк такой. А сегодня есть кто-то, какие-то люди, какие-то движения, кто? Вот как вы считаете? На кого ориентируетесь? На мой взгляд, нет. И, кстати, вот то, что вы упомянули Богомолова, на мой взгляд, не в обиду будет сказано, просто чепуха. Просто чепуха. Для чего это было написано, что это означает, кому это надо. Ну, поговорили, поболтали немножко и забыли. То есть сегодня можно сделать брос, это ведь очень быстро устаревает, вот тоже, если очень задуматься. Очень. Ну, потому что оно незначительно. Конечно, если вдруг, знаете, что-то вот такое появится, что действительно важно, это тогда это важно, и тогда это остается, и тогда люди об этом говорят, и это играет роль. А это такое, знаете. А вот, кстати, вопрос, который у меня возник сейчас в контексте вашего высказывания. А мы можем разглядеть то, что действительно важно, учитывая, сколько белого шума, сколько вообще информационного мусора сейчас? Вот не пропускаем ли мы какие-то сигналы? И не оказываются ли они вот скрыты под водой? Ну, возможно, и пропускаем. Я вам приведу довольно странный пример. В свое время, когда появились Битлз, то я их прозевал.
Мне казалось, что это чепуха вообще. Ну, я большой любитель джаза, народной музыки американской. Ну, это как-то поп там, что-то знаете. И только потом я осознал, что это вообще архиважно, то, что они делали. И что это гораздо больше, чем просто поп-музыка. И действительно, это явление, которое повлияло вообще на сотни миллионов людей. И в какой-то степени был символом свободы, свободы слова, духа. А я это вначале просто прозевал. Так что, да, конечно, мы можем что-то прозевать. Конечно, мы можем. Но просто я сегодня, честно говорю вам, я ничего не вижу такого, о чем можно было сказать. А вот посмотрите вот на это. Не вижу. Ну, вот, кстати, Земфира выпустила новый альбом. Она была гостьей вашего эфира. И да. Земфиру многие считают как раз символом поколения тех, кому 40-50. Вот Земфира все-таки недооцененная, переоцененная, справедливо оцененная фигура. Вот как вы ее видите, как вы ее воспринимаете? Ну, я ее вижу как выдающуюся фигуру в своем жанре, безусловно. Но, вернее, ну, можно сказать, и но. Она обращена к определенной публике. У нее, вот, знаете, скажем, если сравнить ее с Высоцким, то Высоцкий был обращен ко всем. Вне зависимости от образования, от уровня, от социального положения. Вот это очень редко бывает. Но он был обращен ко всем. В какой-то степени то же самое можно сказать о Жванецком. Обращен ко всем. А вот, скажем, о Булате Акуджаве, которого я обожаю, этого сказать было нельзя. И вот этого нельзя сказать о Земфире. Она не ко всем обращена. Но я считаю, что она оценена. Она оценена, конечно. Ну вот видите, 8 лет не было ее альбома. Я его еще не слышал. Я слушал только один трек, который мне очень понравился. И я думаю, что это будет явление. Но явление, вот, так сказать, в пределах той аудитории, которая, в принципе, воспринимает ее. Это довольно большая аудитория, но не безграничная. Ну что ж, мы благодарим вас, что нашли время и стали гостем нашей программы. Спасибо вам большое. И вам спасибо. До свидания. Всего доброго.